покажем вот эту площадку, которую показывали в Киеве. А что это за площадка? Большая. Это большая площадка? Да. Хорошо, что мы рядом живем. Да. Это штука. Оранжевая. Да. Так вот, это качели для инвалидов. Да? Так, Аленка, что это за площадка? Большая площадка, я не знаю, как она называется. Тут раньше был детский городок, да? Да. Старый советский детский городок. Мы, может, даже ставим какое-то видео, да, которое покажет, что здесь раньше было. Да. И сейчас тут все перестроили. Сейчас перестроили, здесь сделали большую площадку. Для маленьких детей, для старших детей. Да. Там спортплощадка в конце. Там наверху спорт, там мячи. Наверное, нам лучше было всего заходить с другой стороны, чтобы там было видно, да? А мы оттуда уходили. Вот ты сейчас пойдешь на детскую площадку? Ну да. Так, ну давай, тут такая земляная насыпь. Оп. Она еще травой не заросла. Даже травой не садили. Да посадят траву, она сама вырастет. Вот ну, для всяких самокатов. Ну давай. Где ты хочешь играться? Оп. Не жарко? 8 утра, такая жара, да? Так. 7 даже. Да, очень жаркое лето выдалось. А, это вот эта качеля для инвалидов, ты говоришь? Нет, по-моему. А вон там значок есть, видишь? Понятно. А что, ее реально сломали? Да нет, почему ее сломали, не знаю. Так. Карусель, да? Вот здесь такие качели. Прорезиненное покрытие очень хорошее. Тут можно даже... даже босиком ходить. Даже босиком, да. Но сейчас ой, просто очень... Вообще. Да? А вот смотри, еще паучок, да? Да. Хочешь на паучка? Нет. Не хочешь? Нет. Ты хочешь здесь покататься? Да. Что тут еще есть? Это только детский сектор, тут лазилки, разные пауки. Что там еще есть? Я когда только увидела, я думала, что это старое, но это не старое. Но это для маленькой детворы, да? Да. Это... Горочка. А вот дальше что-то? Вот это? Да. А еще маленькая, я думаю, но ее, она, похоже, уже сломана, да? 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 Ну пошли посмотрим, что это такое. Ну, да, тут... да, тут поручень, по-моему, отвалился. Ну ничего, придут, поправят. Ага, придут, поправят. Это надо долго ждать. А как она работает? А нет, никак. По-моему, она каталась так. Ага. А, я понял, поднимается вот этот пандус, и она катается, она да? Вот этот пандус. Тебе поднять его? Нет, можешь зайти, я подниму, ты покатаешься. Нет, хочешь? Я не нет? Хочу, она и так сама. Не хочешь? Ну что, пошли дальше, будешь смотреть. Так, а что у нас здесь? А тут для всяких скейтов там. Тут на скейтах на... О, слушай, это те ж, Аленка, тебе ж можно брать с собой... Ага, сейчас я еще раз да? Из головы вылетела. Самокат твой. У тебя ж теперь их два? А? У тебя ж теперь два самоката, да? Да, и только, можешь, только тот здоровый. Вот тут побольше и поменьше. И можешь здесь кататься на самокатах, да? Ага. Так, ну что, пойдем дальше смотреть? Да, хочу вот на качели. Ну давай, на какую хочешь? Вот эту вот, большую. А то мы когда вот уходили туда, там сломано. На и большую? Сломали. Показывай, какую большую? Вот эту. На паучка? Черную. А, так ты же сказал, не хочу. Я думала, ты проезд. А, ты про лазилку паучок, да? Да. Хотя тут какая-то звезда. Ну давай. Хочешь покататься? Катайся. Она горячая тоже. Тоже горячая? Это надо вечером походить. И это во сколько? 8 часов, да? Да. Да, конечно, деревьев тут нет. Это минус. Помочь? Хорошо, да. Помогу. А может цепи как-то цепят? Да? Вот это все сломают ножом. Да ну зачем?
не знаю. Да? Ну там, где вот это там, там уже три раза ставили и подумали, а зачем мы ставили, если ломают? Ну да, в принципе, в других дворах похоже. Не обращайте на другие звуки, просто смотрите, что тут такое. Да. Так, это вот паучок-лазилка. Да. А там дальше у нас что? Это вообще-то звезда. А, это звезда? Нет. Нет, у нас там, по-моему, скалолазные эти кубики, да? По вечерам тут много людей? А, ну да. Да? Когда мы приходили, тут вся площадка была. Для взрослых, то не для меня. Да? Да. Так, вот смотри, это спортивное что-то, да? Оно горячее, наверное, да? Горячее? Что у нас? Спортивная площадка, да? Да. А что тут у нас? Тут надо лазить. Ух ты. Ну да. Это легко. Легко? Да. Это не для паркура, нет? Вот это пятое. Где первое? Вот первое. Это не первое, тяжелее пятого. Нет, так не бывает. Нет, это не мое. Да? Пошли. Так, это мы вот с этой стороны подошли к этому. Да. Как это правильно называется? Это на самокатах там. На самокатах, да? На, да. На скейтах. Ну это, по-моему, не для ух меня. Ух ты, ух ты. Оп. Опа. Ты хочешь, чтобы я вот это так шлепнулась? Опа. Посмотри. Ну да, я понимаю, тут дети моего роста есть. Да? Да. Так, а это у нас спортивная площадка. Ух ты, неплохая площадочка, да? Ну и чтобы тебе как? Ты там найдешь куда идти. Час, ну не час, минут 20. В принципе, это все в нашем микрорайоне, только в другом углу, да, да. Района. Вот это нам повезло, что вот это мы рядом живем. Волейбольная площадка, мини-футбол, да. Там что-то теннисные. Это, наверное, для паркура. Да. Какие, да? Это просто спортплощадка, легкая атлетика. Да ничего. Там у нас детская площадка. Да. Здесь, здесь площадка для взрослых, для роллеров. Почему? В принципе, неплохая площадка. Единственное, что деревьев здесь нет, надо бы деревья посадить. Да, да? Они еще маленькие. Ну я пока. А, вот, да, есть вот маленькие деревья. Ну, это. Нам через год вырастет. Посадить деревья, чтобы тут была тень хотя бы местами. А кстати, хорошо, что их посадили вот такими немаленькими, а то их уже давно бы не было. Да, детишки бы с корнями повыдирали, да? Да. Да. Ну что, Аленка, поставь пока на. Ну что, в крестики-нолики поиграем? Ну давай. Давай, начинай. Ой. Оп. Ты какими будешь играть? Крестиками. Крестиками. Ну давай сделаем так. Ужас. Давай сделаем так. Ты будешь держать. И говори. Так, здесь крестик, да? Да. А это вот здесь нолик делаем. Нолик. Дальше. Ага. Га-га. Чтобы дай, влазило все в экран. Дай подумать. А, подумать? Ну давай. Вот здесь будет крестик, да? Да. А второй ход может все изменить. А вот здесь будет нолик. Оп. Получается вот так вот. А где крестик? Вот. Крестик, да? Вот. Ой. Вот смотри, а вот здесь будет нолик. Вот здесь нолик будет, да? Да? Да. А вот тут нолик будет. А я победил. Ух ты, как же я не заметил это, а? Как же я это не заметил, Аленка? Ты победила в крестике-нолике? Да. Да? Хоть тяжело это двигать.
Так, пошли посмотрим все-таки вот ту качель, да? Были самое главное туалеты. А, туалеты поставили, да? А, вот еще спортивное поле старое осталось, да? А, смотри, там что-то распланировали, просто еще не успели сделать, да? Да. Там, наверное, футбольное поле будет. Только, по-моему, там ничего такого нету, чтобы строить. Нет, ну почему? Просто, может, не успели. Папа, ну не катается. Все. Ты хочешь попробовать? Нет. А, давай, садись. Хочу. Садись внутрь. Не хочу я, мне жарко. А, это скейт-парк, да? Да. Вообще-то тут сама... Скейт-парк. Скейт-парк, да? Ух, как тут... Сейчас тут очень жарко. И мы придем, когда не будет очень жарко, да? Да. Снимем еще одно видео, да? Да. Да? Все-таки мы еще не успели уйти, Аленка хочет полазить, да? Да, потому что они уже ушли. Тут шумела какая-то компания, да? Да. Ну давай, попробуй. Нет, смотри, видишь эти выступы? Да, это специально хвататься руками и становиться ногами. Вот смотри, Ален, смотри, где есть вот такой захват, это руками. А где вот такое, это ногами. Поняла? Вот здесь, ты где-то вот здесь становишься вот ногой, допустим. Вот тут вот ногой, да? А тут хватаешься рукой. И лезешь. И вот смотришь, где еще схватиться. Ой, ну, какое оно горячее, да? Ой, папа, я тут смогу, оно крутится. Да? Ну, давай, я тебя подсажу. Нет. Хочешь сама? Да. Ну, попробуй. Крутится, его уже сломали. А попробуй здесь залезть. Ну, по-моему, полегче. Только вопрос, а как я слезу? А вторую ногу я тебя сниму. Ой, тут они горячие. Горячие? Это надо супер-паркур быстро. Ой, папа, я не хочу лезть. Да, ну спускайся. Спускайся, спускайся. Все. Водички хочешь? На, водички. Очень жарко, да? Да. Ну все, пошли где-нибудь на площадку, где есть тень, да? Пошли. Попей водички и пошли. Thank you.
Thank you.